Всем привет, на связи Эл, это канал Бодр Геймер, и мы продолжаем. Идем мы куда-то, тут нам Хагрид сказал. Мы оттуда пришли, сюда зашли. Нет, тут вот сюда мы зашли, оттуда туда идем. А, вот сюда сохраниться надо. Эй. Чудесно. Угу. Так мы уже много прошли. Мы уже многое прошли. А, да. Естественно. И что, я сюда могу зайти? Нет. Ладно. Идем, значит, сюда. Идем сюда, идем сюда. Опа. О! С дороги, Гарри! Там огромный монстр внизу. Бедолага. Что ж тебя так нарисовали-то? Так. Ага, вот здесь портрет, да? Привет! Ты студент Гриффиндор, не так ли? Приятно видеть новых людей. Если нужно продолжить, ты должен узнать мой пароль. Как только он у тебя будет, приходи, я откроюсь для тебя. Я пока послоняюсь здесь. Удачи, молодой Гриффиндор. Я откроюсь для тебя. Тетенька, это вообще-то наказуемо. Угу. Откроется она. Так. Ну что, мы идем? Так, стоп. Я опять запуталась, короче. У меня вообще какой-то топографический дебилизм. Что? Вот так. Все, не будем думать. А, врата Горгой. Вот сюда нам надо было. Угу. Сейчас горгоны какие-нибудь там будут, судя по названию, или что? Ёшкин кот! Ты что такой? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Хрю-хрю-хрю, свинка Пеппа! Ой! Не, ой, что-то я как-то мажу. Да ёшкин, ты чё? Гарри! Я же заряженный стреляю, но... А надо, наверное, когда она на земле? Да, когда она в меня влетела, ага. Да ёшкин кот! Ой. Ой. Да ё-моё. Так, теперь отлевиось её и туда поставь, давай. Вингардиум Левиоза. Что за время идет? Фу. Меня это тиканье очень пугает, между прочим. Вы полегче с ним. Я боюсь вообще все эти времена. На время все это. Ой. Страшно. Очень страшно. Так, понятно, это уже закрылось, да? Так, все. Все. Надеюсь, у вас с глазами все в порядке от таких быстрых смен. Туда-сюда. Да. Первого босса победили, считайте. Да. Так. А запишемся. 25%. Неплохо. Ну да, как-то так и получается, что на 4 часа где-то идет. Плюс-минус. О, зелье. О, сразу мордочка счастливая. Зелье выпил. Так, это бабы. Это отсюда мы вышли. Все понятно. Иди. Ну что, идем рисковать жизнью. Ради всего. Ой, а тут лава. Ой, а чё я... А, это... Ой, это цветочки.
Это, конечно, с одной стороны удобно, что здесь нет кнопки прыгать, а с другой стороны немножко ты бежишь такое до края, а потом у тебя мозг срабатывает. Так, стоп, а надо что-то жать или... Ну, еще не адаптировался мой мозг. Как они весело резвятся. На полянке, на полянке. Ага, ими надо затыкать дыры, да? Угу. Хорошо. Иди сюда, дружище. Ой. А, давай сюда, не надо ничего с ним колдовать. Давай. Давай, давай. Мне нужна твоя задница. Опа, застрял. Опа, мы тем временем... Ой, а тут ничего нет? Ой, камера уперлась. Все, прошли. Ага, понятно. Бобы висят в воздухе. И... Опачки. Угу. Так. Что-то мне не нравится, что они по-разному тут висят. Я сюда запрыгну. Хорошо. Ой. Так, а кого мне сюда заткнуть? Опа. Смотрите. Так. Так, и нам надо... А это тоже колючее? О, нет, это кустики. А ну, иди кушать. Ты чё ягодки не покушал? Давай иди сюда, дружище мой. Кушать. Кушать. Давай. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай иди сюда. Ничего тебе надо заставлять, что ли? Вот так. А, ой, а ты чё, большим просто становишься? А-а-а, понятно. А, вот эту дыру. Ну давай, закрываю. Опа, застрял. А вот этот поток надо тоже чем-то заткнуть. Я все испортила. Ёшкин кот. А, нет. Все хорошо. А, нет, не надо слов. Не надо паники. Есть еще один у нас. Чудик. Маленький. Давай, иди сюда. Пойдем со мной. Да, сейчас тебе покажу. Там есть что-то интересное. Давай, пойдем. Давай. Не отставай. А ну давай, догонялки, господи. На перегонки давай. Вот до той ямки. Угу. Как увлекательно, да? Так. Не знаю, мне нравится, класс. Какая классная детская игрушка. О, застрял, бедный. Так, ну зато мы сюда сейчас заберемся и узнаем, что здесь. Бобы! Бобы. Использовать рычаг. Хэдыщ! Тыщ. Опа. О, там что, лапша, что ли, какая-то лежит? Да ну. Ой, не умирай только. А куда? А! Вот. Все. Это бобики тут. Ладно. Что здесь? Так, а здесь что-то опасное, по-моему, будет, или нет? Так, ну треть игры пройдена. Ничего себе. О! Разрушающиеся платформы, это тоже такой у меня момент для меня очень волнительный. Волнующий, будоражащий.
Эти огоньки мы потом куда понесем? К Хагриду? Угу. Так, хорошо. Хватит репу чесать, Гарри, давай. Прыгать! Ёшкин кот! Ёшкин кот! Ты беги, беги вперед, не смотри назад! Будет все. Окей. Окей. Ок. Ладушки будет все. Так, а вот здесь, конечно, что это такое вообще? Да вы что, издеваетесь, что ли? Подгорает, подгорает. Можно было вообще пешком идти по лаве, ничего страшного. Он бронебойный. Ну нет, нет, не надо. Ау. Это не падают, да? Выпить, конечно. Чего бы не выпить? О! Ё-ма. Инсендио! Ага, инсендио. Раз, два. Оу! Так! Да блин. Так. Ладно. Хорошо, я запомнил. Инсендио. Да, статистика выживаемости в этой школе, наверное. Да, как? Да. Да. Фух. Это просто, но... Опачки. Своими руками такой жух. Горящие мандарины. А, огненные семена. А, у него баночка с собой была. Понятно, хорошо. Теперь назад, да? Ау! По-моему, там коснулось немножко. Немножечко, немножечко. Оп. Опа! Как резво мы. Забирайся и давай вперед. Ну, запишемся еще раз. На обратном пути. Такс. Дверку открывай. Текс. Текс, пекс, мулинекс. А нам теперь назад? Хагриду. Ой, я напугалась. Это что за чудище? Да. Так, а ну, посмотри назад. Обернись. А то вдруг ты забыл бобы. На-н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 а. Так. А вот это что за кирпич? А, это вот просто такие. Понятно, ладно. Это что за дырка? А, мы отсюда пришли. Хе. Ага, все правильно, туда. А, верно, верно, верно. Текс. Теперь в эту дверь. Нам еще все бобы надо собрать. Желтые, красные, синие и зеленые. Не помню. Текс. Ну, сохраняться не будем в этот раз. Направо пойдешь, налево пойдешь, направо пойдешь. Оп, лягушка. А, нет, все-таки налево. Ну, налево так налево. Ой, здесь лягушечка.
Привет! Неплохо, Гарри, ты нашел огненные семена. А теперь я покажу тебе, зачем они нужны, но это наша тайна. Заходи, Гарри, вытирай ноги. Сама этого ребенка отправить за огненными семенами прыгать через лаву. Добро пожаловать в мой дом, Гарри. Он маленький, но все же просторнее, чем твой закуток под лестницей, а? Мне дал тот человек в главном зале Хога, это яйцо дракона. Мне нужно несколько огненных семян, чтобы дать ему последний разряд, чтобы он вылупился. Давай, положи его в огонь, Гарри. Ты сделал это, Гарри, он вылупляется. Иди ко мне, мой красавчик. Ну да, да, это все же лучше, чем твой закупок. Я назову его Норберт, он с норвежских гор. Гарри, ты настоящий друг, я хочу, чтобы ты взял эту книгу Квиддич на века. Мне лучше покормить Норберта его первым завтраком. Гарри, Гарри, это еще раз ты. Спасибо. Все, история окончена. О, калиточка открылась. Мы туда пойдем, конечно же. Так, теперь мы в дом Хагрида можем заходить, когда захотим. Там пряников покушали. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Пойдем, Гарри. С тобою дракон хочет покушать. Точно. Володя, как всегда, в тему. Так. Что здесь? Опасно. Это что? Вы что, это бабочки ржут, что ли? Что-то вы там пили какой-то странный чай. А, это просто бабочки, ладно. Страшно, очень страшно. За мной, Гарри, ты никогда не догадаешься, что я нашел. Ты уверен, что я никогда не догадаюсь? Бабы. О, 49 уже, ничего себе. Что? Ну ты на... Это проход к броску Квиддич, но первогодкам, как мы, играть не разрешают. Я слышал, что они иногда делают исключения, но ты должен быть очень-очень хорош. А, вот и Невилл. Похоже, он немного расстроен. Лучше пойти и посмотреть, что он хочет. Невилл вообще человек-печалька. Малфой украл мою энциклопедию. Он удрал на школьные земли с ней. Мне же нужна моя энциклопедия, чтобы найти жабу. Помоги! Покажу тебе, куда он ушел. Да, Невилла они, конечно, сделали. Что голос забавный, что сам. Значит, Невилл. Лонгботтом поплакался тебе? И ты хочешь, чтобы я дал тебе его драгоценную энциклопедию? Я думаю, я оставлю где-нибудь Лонгботтома. Пусть забирает. Как насчет верхушки дерева? Думаешь, сможешь поймать меня? Тогда давай, Поттер. И тебе лучше поберечься моих дубинок. На. Ой. Ой. На. На. Сейчас тебя запинаю. А запинаю тебя. Будешь знать, что не надо обижать. Так, стоп, стоп, всю концентрацию. А то я его уже потеряла из виду. Хотя есть вариант, конечно, его как сбить звуковой волной от пения. Ой, ёшкин кот. Что-то я скорость теряю. Бензин закончился, по-моему. Это... Блин, прям в лицо прилетело. О, колючки! Надо... Да я их что, специально ловлю, что ли?
Опачки. Кстати, я помню, у меня с этим моментом были проблемы почему-то, так что надо чего-то ожидать. Или я просто была слишком маленькая тогда. А, он может улететь, да, от тебя вообще? А, надо его грохнуть до того... Ну, не грохнуть, а подбить, конечно. Прутики у метлы там. Давай, давай, Гарри, догоняй! Эть-те! Эть-те-те-те-те-те! Фу, хорошо. На, забирай эту глупую вещь, она мне не нужна. Гарри такой. Да. Пока что метлу. Пока что. Да, у них пробежки тут, конечно, интересно. Да, я... Ты вернул мою энциклопедию. Спасибо, о, Гарри. Теперь я смогу найти свою жабу. Эй, вон над тобой даже бабочки ржут. Теперь я вспомнил. Я оставил Тревора рядом с классом гербологии. Там рядом растения, которые едят лягушек. Ну так поспеши. Мистер Поттер, я профессор МакГонагал. Депутат правления Хогвартса и глава дома Гриффиндор. Ничего себе, депутат. Хоть я и не одобряю вашу охоту за Малфоем, я признаю, что у тебя есть выдающийся талант с метлами. Обычно студенты-первогодки не принимают участие в квиддич. В твоем случае мы можем пересмотреть правила. Спеши к броску квиддич. Твой первый матч против Хапплпуффов сейчас начнется. Ну быстро очень вы такие, ну... хорошо, все, давай. Я не одобряю, но иди, играй. Ух ты, нормально. Ты будешь играть в квиддич, и как охотник тоже. Я просто хочу пожелать тебе удачи. Все говорят о тебе, что ты стал охотником, Гарри. Черт, ты самый молодой охотник в истории Хогвартс. Как только я услышал, я бросился из своей хижины, чтобы поздравить тебя. Я знал, что ты первым поймаешь Снитча. Милота. О, это матч, так, все. Так, давайте запасайтесь, добро чтобы болеть за меня. Квиддич, я ваш комендант. Квиддич имеет три цели на каждом конце. Погнали. Охотники бросают куофл и пытаются пробросить его через обруч за очки. Берегись, дубин, этих заколдованных шаров, которые могут сбить тебя с твоей метлы. Двое отбивал, в каждой команде пытаются отогнать их. Новый охотник Гриффиндоров — это Гарри Поттер. Его задача — найти и поймать золотого Снитча. Помни, когда Снитч появляется, он выпускает скоростные кольца, которые помогают охотнику лететь быстрее. Давай, Поттер! Давай, Поттер! Золотой отблеск — это и есть Снитч. Поттер видел Снитч. Дайте мне полетать, да? Да? Толпа встала! Ой! Давай, я... Гарри Поттер! Это удивительно! Фантастично! Поттер так близко! Летим, летим на высоте и ловим кольца. А вот и охотник Хапплпуффов! А ну иди отсюда! Все такие, с чего бы это все? Ой. А вот и дубина. Ой-ей. Ай-яй-яй, я проиграю. Нет. Почти. А, ну простите меня, Куда, куда, где? О-о-о, голова закружилась, все. Старость не радость. Он теряет контроль. Теряет контроль. Я теряю контроль. Это удивительно. Великолепно. Блин. Вот, все, приобрела опять контроль. Ой, дубинами. Да ёшкин кот! Куда ты летишь? Я чё, блин, опять... Роджерс разгоняет дубину. Он подбирается. Поттер гонится.
Опа. Хороший захват, Поттер поймал Снитча. Первый матч выиграли. А если там в эти понакидали в кольца больше 150 очков противники? Счет какой? Не сказали. Ладно. Так-так, это наш известный мистер Поттер. О, здравствуйте. Запомни мое имя, меня зовут профессор Снайп, я все о тебе знаю, малыш. Это библиотечная книга в твоих грязных руках. Библиотечные книги по определению должны покидать пределы библиотеки. Я ее конфискую, спасибо. Пожалуйста. Как только мой пропавший ленивый мозг восстановится, мы начнем первый лекарственный урок. Ленивый мозг до таких куча ходит, ну, чё там? Конечно, да чё? Эй, это кусок карты. Погоди-ка, это дело рук Фреда и Джорджа. Угу. Карта показывает, что здесь есть заброшенное место. Интересно, может, это за этой дверью? Угу. Карта говорит, что должно быть слово, чтобы открыть эту дверь. Ну, попробуем Аланамора. Алахамора. Ух ты, смотри, я открыл ту ржавую дверь. Пошли, посмотрим, куда она ведет. Не, ну то, что это сделал Рон, это действительно фантастично. И почему профессора сделали таким злюкой совсем уж? Он, конечно, сделан специально таким хмурым всем, но он же не такой прям... А чё это? Я об тебя там всё знаю. Ты вообще чё тут делаешь, грязный вонючка? А я, кстати, не обратила внимания, была она заперта или нет. Да. Ладненько. Чё, ты хочешь мне? Ух ты, держу пари, здесь мои братья спрятали ленивый мозг, за которым охотится Снайп. И? Разделимся, посмотрим в округе. Ох уж эти волшебники. Так, а куда разделимся-то? А зачем разделяться? Ну, значит, я сюда пойду, да? Так, ну зелья мне не надо. Зачем? Ой, это что за колючка? Она больная? Ой, болючая. Нет, нельзя на нее наткнуться, она слишком большая. Так, а... Ладно. Ядовитые щупальники, берегись, Хагрид. Берегись, Хагрид. Там написано, что ядовитые щупальники есть. Ой! Пипер-пипер-пипер-пипер-пипер-пипер. Инсендио. Инсендио, да? О, получилось. С инсендио у меня не очень все инсендио. А вот. О! Рычаг. Вот это я вообще не помню. Что происходит? А, все, надо отсюда. А что, здесь никак не забраться? Может, я хочу здесь перелезть? Там что-то интересное. Ну, значит, мы туда проберемся еще, ладно. Такс. Значит, пойдем по дорожке, по которой. Кто, Рон идет? Вот сюда, да? Нет. Куда? Сюда. Сюда, вот сюда. Эй, тут какие-то пафоподы. Ими здорово бросаться. Я слышал, что они заставляют чихать троллей. А ну на, чихай. Где ты? Не. Так, ну сейчас тролли будут. Участок пафоподов. Можно побросаться ради прикола, Хагрид. А, можно побрасываться ради прикола. Пойдемте побрасаемся. О, он его выкинул. Это что такое? Так, стоп, мне надо прочитать сначала. Хоргламп, наступать только с заклятием Виндам Демльвёза, Хагрид.
Вандандиум левиоза. А, Вандандиум. Вингардиум левиоза. Ладно. И что мне с ними делать? А-а-а. Погодите. Надо подальше, да? Ау! Так, ты что, гад, собрал какие-то бобы, да? Ну, давай сюда. Вингардиум левиоза. Ага. А, подальше. Ага. А-а-а! Я успел собрать, блин. Это мне что, за всеми так сейчас? Вингардиум левиоза. А, все, стой спокойно. Ты... Ой, они... Ой, ёшкин кот, на них даже натыкаться нельзя. Сколько их тут всего? 4 штуки. 4 штуки. Вингардиум левиоза. Пиперио-пиперио-пиперио. Бросаем. Оба. Да блин, я боюсь на него наткнуться, ну ладно. Вингардиум левиоза. Поливиозим немного. Никакой. Чё это у тебя на макушке такое неприятное? Ага. Кто это же? Так, еще два, да? А ты? Вингардиум левиоза. А, Вингардиум. Ах ты ж. Можно было бы его вообще подальше куда-нибудь отбросить? Ой, ну куда? А! Чуть не тяпнул меня. Вингардиум левиоза. О, а чё? Ха-ха. Ах ты гад. Вингардиум левиоза. Мяу. Всё. Последний бобик мой. Так. Давайте. Вингардиум левиоза. Ну, нам синие бобы нужны. Я хочу посмотреть, что за тем портретом. Вот это я вообще не помню. Я помню начало. Ха. Ой, ха, у меня уже жизни нет почти. Ну. Вингардиум левиоза. Почему два? Эть. Все, собрали. Ого! Это что так много очков дали-то? Ладно. Хорошо. Так, у нас 70 синих бобов, надо еще 30, и мы можем идти и открывать портрет. Мозг! Ленивый. Если вы не хотите, чтобы с вашим мозгом было так же, развивайте его. Вот так. А то потом будут из него зелья варить всякие. Текс. С грибами? Нет, вот они. Вингардиум левиоза. Да не надо. Все, иди на свое место. Спокойно. Топай, топай, малыш. Текс. И нам теперь надо что сделать с этим мозгом? Так, ради прикола надо пойти Рона. Ой, а там зелье лежит. Гарри, встретимся в темнице, твой друг Хермион. 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 Полностью восстанавливает? О-о-о! Это же шикарно. Так. Погодите, мне надо взять эту штучку, я хочу взять. А вдруг там кто-то стоит? Здорово, ты нашел ленивый мозг. Пошли обратно в Хогвартс. Хермион. Гонка за кубок дома продолжается. О, посмотрим, чего мы достигли, ребятушки. Равенклоу. Равенклоу. Хаффлпуф. Получше. Слизерин 96 или 86? Слайферин. Читеры.
Гриффиндор. Гриффиндор, веду по очкам. Хорошо. Гонка за кубок дома накаляется. Да. О, а там бобы лежат еще. Хм. А когда нас туда пустят? Рон сразу куда-то смылся. О! А вот, сейчас и пустят. Сейчас мы туда и пройдем. Соберем все бабы. Ты-ри-ри-ри-ты-ри-ты. Такс. Текс. Текс-пекс-мулинекс. Давай. Так, по столу давай ровно пройдем с тобой. Тренируемся. Опа. Опачки. Какой некультурный мальчик. Текс. Ой. Ладно, хватит, потусили немного. Пойдем проверим, никто там не подтасовал нам уже песочек. Ну, все нормально. Так, почувствуем себя директором немножко. Ну, да. О, да, я директор Хогвартса. Всем здравствуйте. Мы все собрались здесь, чтобы обсудить. Да ладно. Гарри, ты опять не выпил таблетки. Что ж такое-то? Я теперь могу по замку лазить, походу. Просто как хочу и где хочу. Угу. Такс. Текс-пекс. Так, это выход. Это... О, вот это что? Портретная. Портретная. Ага, портретные мы были. Говорили. Пароля у нас еще нет. Йоху, Володя с нами до конца. А мы вот в этом вот прекрасном вестибюльчике завершаем эту часть прохождения. Так что всем спасибо за просмотр. Всем до скорого. Еще по волшебным немножко. По левиозим, по вандамим и все такое. Так что до встречи.